Друзья, всем доброе утро. Начинаем новый влог. Андрей тут с детьми. Сейчас посмотрю, с детьми будет начинать собирать бассейн. А я пойду прогуляюсь. Большой круг сделаю. Андрей докупил платы вот эти вчера. Нам не хватало их подстелить под сам бассейн. Юля мне говорит, посмотри, какой там паук. Где? Фу, я боюсь же их. Ого. И надо все пылесосом тут пропылесосить. Все, я пошла. Вы работаете тут. Пока, Лиза. Забрела я тут. Обычно тут сухо. Но у нас последнее время дожди идут, смотрите. Так, как мне тут пробраться? Ой, я даже не знаю теперь, как здесь пройти. Сбоку, наверное, вот здесь сейчас. О, тут крапива. Так. О, ой, чуть не упала. Как красиво птички поют. Так, где мне тут... Все, прошла. Слушайте, как птички поют. Давно я такой большой круг одна не гуляла. Смотрите, тут рожь растет, как красиво. Обычно выхожу только с Лизой, а Лиза на велике, она не может далеко ехать. Всегда, мама, давай маленький кружок пройдем. Я, ну давай. Вот, сегодня я решила выйти одна большой круг, там почти получается... 6 километров. Вот, я чуть меньше половины уже прошла. У нас на улице прям так душно, парит. У нас сегодня передают, что будет дождик. И ночью, по-моему, тоже был дождь. Потому что везде лужи стоят. У нас вот здесь поле клубники. Раньше никогда забором не ограждали. Теперь в основном везде ставят сетки. Смотрите, чтобы люди просто так не ходили, не рвали. Везде поставили забор. Раньше такого вообще не было. Какие-то большие птицы летают. Я не могу понять, кто это. Аист или не аист. 4 штуки. Интересно, что это за птички или это журавли. Ой, мы с Лизой тут качаемся, она попросила, мама, покачайся со мной, мне надо полоть, террасу мыть. Мама, а ты мне будешь помогать сейчас убираться, Лиза? Мама, думаю, что спать, ведь маховик выбросила. Да? Да. Лиза говорит, что они могут уже убираться, мыть, траву полоть за маму, да? Я. Ну? А мама будет что делать? Ты можешь, говорит, поспать. Ну, спасибо, Лиза. Ой, как. Ага. Ой, все, я пойду работать, Лиза. У нас вот эта вот пленка сама лежала в пристройке. Мне интересно, как ее мыши не погрызли. Обычно мыши там все грызут, но она целая осталась. Нам сосед написал в группу, чтобы мы проверили свой дуб, потому что они у себя, вон у нас тоже, увидели, вон они, эти гусеницы, которые вызывают аллергическую реакцию. Вон гнездо, надо теперь вызывать. Андрей, гусеницы, смотри, вон гнездо. Надо их убирать. Лиза,
Хорошо, что я глянула. Вот видите, гнездо все в паутине. Там много-много этих гусениц. Они вызывают сильную аллергическую реакцию у людей. Их обязательно нужно сжигать или убирать как-то, кого-то вызывать, чтобы вот гнездо полностью удаляли. О, ужас, там их сколько, там кишит. Ага, может, новые прилетят, птички. Лиза говорит, хочу посмотреть скворечник. Смотрите, распустилась вон, люпины, да, они называются. Распустился, так куст разросся. Тут вот еще одна будет распускаться. Там посмотрела у меня с одной стороны, где я отросток от хосты брала. Короче, слизни его съели целиком. Так дерево загорится, как ты уберешь-то? Соседи вызывали специалиста, который убирает их. Думаешь? Майк говорит, 500 евро стоит вызвать кого-то. Все, по бугру я пробежала, прополола. Сейчас хочу тут к песочнице прибраться. Тут постоянный какой-то бардак. И пойду еще, мне надо видео проверить. Я совсем забыла. Завтра выходит видео, я его еще даже не проверила. Все, собрали бассейн. Андрей уже воду напускает. Сейчас будет, наверное, до завтра набираться. Уже песка-то не осталось. Куда они весь песок дели? Надо песок насыпать. Друзья, сейчас хочу вам показать очередную распаковку сайта Temu. Кто еще не знаком с этим сайтом, немножко вам вкратце расскажу о нем. Это сайт, на котором можно приобрести различные товары, как для дома, например, одежду, детскую одежду, для взрослых одежду, товары для огорода, для кухонные какие-то принадлежности, затем бижутерию и многое-многое другое. И это все по доступным ценам, у них много проходит различных акций, есть скидочные купоны, с которыми можно экономить до 90%. У меня есть для вас сегодня тоже промокод, с моим промокодом у вас есть возможность получить пакет купонов на сумму 100 евро. Промокод пропишу вам здесь внизу в видео. Ну и давайте начнем, наверное, саму распаковочку. Это у меня вот такая косметичка-чемоданчик в черном цвете. На сайте они были представлены в трех цветах, по-моему, розовый и еще какой-то цвет, сейчас уже точно не помню. И в этой косметичке, что мне понравилось, встроено зеркальце с освещением. Посмотрите, можно теплый свет включить, можно холодный свет включить. Вот такая косметичка. Сейчас выключу. Здесь нужно еще пленочку содрать. На зеркальце пленочка наклеена. Затем здесь идет вот такой органайзер для кисточек, например, для карандашей. Ну и сама косметичка. Ее можно заряжать. Здесь вот имеется вот такой кабель. Здесь имеются вот такие отделения, стеночки, которых можно переставлять. Они вот так вытаскиваются, и можно их переставлять под свой размер, да, какой вам размер нужен, так и ставить. Также видите, здесь вот такие штучки, это чтобы зеркальце держалось, можно все настраивать. Вот это вкладывается, закрывается. Как мне кажется, очень классная косметичка, сразу с зеркалом, все очень удобно. Следующее, что было в моем заказе, это вот такое ведро вместе с шваброй. Ведро имеет два отверстия для грязной воды, например, для чистой, чтобы прополоскать тряпку. Здесь снизу у ведра имеется слив, чтобы слить воду, чтобы не переворачивать ведро, а легко можно поставить и слить. Также в наборе идет сама швабра, сейчас соберу вам покажу, и две тряпочки микрофибровые. Еще на ведре имеются присоски, чтобы ведро хорошо, стабильно стояло на полу. Следующее, друзья, это у меня вот такое здесь искусственное оливковое дерево. Сейчас соберу его, его нужно собирать и покажу вам.
Следующее, что у меня было в посылке, это вот такое платье для Лизы. В размере 120 его заказала. Я думаю, что оно ей будет чуточку большое. Вот здесь вот под мышками. Мы посмотрим, померим, потом покажем вам. Вот такое в розовом цвете. На сайте они были представлены в разных цветах. Я решила заказать вот в таком цвете. Там желтое было, голубое, по-моему, зеленое, фиолетовое. Мне вот этот цвет понравился. Следующее, это вот такой мини-планшет. Это игрушка. Дети заказали себе рисовать. У нас раньше такой был, но он сломался. Вот здесь имеется такая ручка, можно рисовать. Потом на кнопочку нажимаешь, и он все стирает. На сайте там куча разных, разные размеры. Ну вот он такой вот небольшой, с ладошку, видите, маленький. Следующее у меня вот такой вот ремень заказала себе в коричневом цвете с позолоченной бряшкой. Вот такая застежка у него. Ну такой мягкий, не жесткий. Запаха никакого не имеет, буду носить. Следующее, это у меня вот такая маленькая баночка, как сказать, органайзер для зубочисток. На картинке на сайте было показано, что нажимаешь на кнопочку и по одной зубочистке вот здесь через отверстие выходят. Ну, сейчас насыплю зубочистки, посмотрим, работает это или нет. Следующие у меня вот такие серьги-капельки в серебряном цвете. Я себе уже заказывала, решила заказать еще в золотом, в позолоченном цвете. Вот, буду носить. Дальше. Это у меня вот такая картинка, которая со стразами, знаете, это Юля себе заказала. Какие-то вот ромашки, цветочки. Как она называется, я не знаю точно, алмазная вышивка по-русски или как она называется. Клеить сюда вот эти стразики нужно. Дальше. Вот такая у меня коробочка. Это я заказала для Лизы в подарок на день рождения. Это такая, знаете, мини-колонка и микрофон. Она же у нас любит петь. Поэтому я ей решила заказать вот такой микрофон и вот такая колонка. Смотрите, как классно смотрится. Мы ее уже испробовали, она очень громкая, прикольно. Там можно еще настраивать какой-то звук, она меняет голос немного. Вот такой стиль ретро, да? Смотрите, какой красивый. Цвет приятный, выглядит тоже. Ремешок у нее такой сделан под кожу. В общем, красивенько. На сайте были в разных цветах представлены, по-моему, в зеленом, если не ошибаюсь, в розовом знаю точно. Но я выбрала вот такой кремовый цвет. Идем дальше. Дальше у меня вот такая вот гирлянда. Работает она на солнечной батарее. Здесь вот такое крепление для этой батареи. Сколько она метров, сейчас не помню. Ну, я вам оставлю ссылочку на эту гирлянду. Посмотрим, как она будет работать. Следующее, это у меня вот такой вот крабик. Смотрите, с ленточками. Очень красиво смотрится. На картинке, по крайней мере, смотрелось очень красиво. Буду пробовать на волосах, как это будет выглядеть. Еще одно платье для Лизы. Вот в таком черном цвете. С такими, смотрите, бантиками. Они вышиты, кстати. Материал это 100% хлопок. Мне оно так понравилось. И я еще заказала подходящие носочки к нему. Подумала, такой образ, знаете, лакированные какие-нибудь туфли черные, гольфики, и вот это платье будет смотреться неплохо. Нужно, конечно, еще все померить, я думаю, будет выглядеть очень мило. Ну и, собственно, вот эти гольфики, про которые я говорила, что заказала подходящие к платью, в наборе 4 штуки, смотрите, вот такие беленькие с бантиками, разные бантики, и черные. Я думаю, что будет с этим платьем смотреться идеально, подойдет, будет очень мило смотреться. Следующее, что я заказала, это вот такой наборчик для ванной комнаты. Такой подносик, смотрите, симпатичный. Здесь стаканчик для зубных щеток, стаканчик для воды и дозатор. И еще вот такой подносик идет для кускового мыла. Смотрите, вот так все это выглядит. Мне кажется, ничего, да, смотрится прикольненько. Так, дальше у меня здесь вот такие два органайзера, их нужно собирать. Они как такие ящики получаются. Сейчас соберу и покажу вам. Вот такая как бы тумбочка на колесиках, органайзер получается. В наборе идут две штуки. Можно, конечно же, докупать и выше их делать. Вот эта дверка, она на магнитиках. Можно, например, обувь здесь хранить, да, какую-то сезонную. Или просто так, я не знаю, какие-то школьные принадлежности. Ну, в принципе, для всего. Следующее, что я заказала, это вот такие обычные сланцы, тапочки. Сейчас на озеро ходить или в бассейн ездить.
Вот такие обычные тапочки. Размер я взяла 42-43, они немного маломерят. Следующее, это у меня здесь вот такие микрофибровые тряпочки для дома. Сделаны как будто вафельные. 6 штук, 2 темно-коричневые, 2 серенькие, 2 кремовые. Хочу свои тряпочки заменить, потом, поэтому решила вот такие вот заказать. Буду пробовать. Так, идем дальше. У меня здесь вот такие порционные стаканчики для десертов. Смотрите, вот такие миниатюрные. Хотя я почему-то ожидала, что они будут больше, но вот оказались вот такие маленькие. Такие вот прозрачные. Тут, по-моему, я даже не помню, чтобы вам сейчас не соврать, 100 штук. Да, посчитала 100 штук в наборе. Друзья, ну что, вот такая распаковочка у меня получилась на этот раз. Хочу вам напомнить, что пересылка с этого сайта, сайта Temu, идет бесплатная. Также возврат товара тоже бесплатный. Если вдруг вам товар не понравился или не подошел, у вас есть на это 90 дней, чтобы вернуть свой товар. И это тоже бесплатно. Ссылочки на весь товар, что я вам сегодня показала видео, я оставлю в описании под этим видео. Также оставлю свой промокод, так что скачивайте приложение, пользуйтесь моим промокодом и экономьте. У нас уже 5 часов вечера. Андрей с Лизой поехали в магазин. Мы сейчас хотим вечером погрилить немного. А я хочу, у меня вот такая гирлянда есть. Она заряжается от солнца солнечной батареей. На гамак под крышу повесить сейчас эту гирлянду. Потом вечером посмотрим, как она будет светиться. Только я не знаю, как я ее тут сейчас, как бы мне ее прицепить. Я сначала думала туда на дерево, но потом передумала. Там у нас уже одна висит маленькая. Я думаю, вот сюда будет классно смотреться. У нас так на улице до сих пор еще хорошо. Все соседи что-то делают, грилят. Сначала с утра все убирались, там что-то скребли. Сейчас гуляют. Вон они едут. Лиза с Андреем, слышно. Так кто там вернулся? Что ты купила? Да, покажи, что купила. Сыр, ты такой не будешь, наверное, есть. Мне вот этот сыр вообще не нравится. Бэби Белл. Он же... Да, и что, тебе нравится? Ты его пробовала в садике? Ну тогда кушай. Снимай шлем, Лиза. Не ходи в шлеме. Что, распутала? Ну да. Смотри, тут уже отпала одна где-то. Где она? А, вот. Тут. Они, наверное, плохо прикручены. Ну-ка, стой, давай. Все, повесила. Вечером посмотрим, как будет светиться. Водичка наша набирается, набирается. Еще даже половина не набралось. Сейчас будем грилить. Я замариновала здесь грибы, шампиньоны. Добавила соль, перец, паприку копченую, чеснок, майонеза немного и немного соевого соуса. Тут Андрей купил вот шашлык. Тут тоже шашлык куриный. Тут вот какие-то вот такие шашлычки. Это сыр там халауми, помидоры в кабачке. Ну, тут все куриное филе маринованное. И вот такие вот тоже какие-то шпицы куриные. Я отварила макароны, Андрей уже грилит. Салат не стала никакой делать, только капусту перемешала с маслом, лука туда нарезала. И сорвала лук с огорода. Вот такой у нас сегодня будет ужин. Лиза говорит, кто хочет мороженое, кто хочет мороженое. Она сегодня целый день на улице. Ага, я возьму клубничный. Хорошо. Das ist Mandarino, das Vanille, das Äpfel, das Käse und das Schokolade. Hallo, was möchten Sie? Я хочу ванилу. Ой, тут паутина. Оу, ich habe die Vanille. Что такое? Jetzt muss ich das... Сделала? Mach es fertig. Спасибо. Geld? Денежку, Натя. Danke. Bitte. Ой, чуть-чуть, какое вкусное мороженое у вас. Ага.
лаванда распускается, смотрите. Скоро будет пахнуть. Когда за столом сидишь, она так пахнет, если ветерок подует. Поливает цветы. Ну ты сними вот эту штучку черную, Лиза, тогда быстрее будет. Друзья, всем доброе утречко. Мы тут с Лизой идем. С утра отвезли машину на техосмотр. И теперь идем домой пешком. Зашли еще в магазин. Закупились немного. Хлеба у нас не было дома. Сейчас придем позавтракаем и поедем с Лизой в зоопарк. Она сегодня дома, потому что попросили в садике, чтобы детей в понедельник и вторник оставили дома, так как у них не хватает персонала. Ну, видимо, сейчас отпуск начался, может, кто-то болеет. Вот, поэтому попросили. Решила с Лизой с одной съездить в зоопарк, а потом как-нибудь, скоро каникулы начнутся, все вместе съездим. Вот, у нас такая погодка, было прохладно, я куртку накинула. Сейчас иду, мне жарко. Хоть и пасмурно, но на улице не холодно, хорошо. Идем, нам чуть-чуть осталось до дома. Сейчас быстренько соберемся и поедем. Часов, наверное, до 4, ну, может быть, до 3 побудем в зоопарке. Потом надо домой машину забирать мою. На сегодня такие планы. Все, мы с Лизой уже зашли в парк. Уже прокатились там на маленьком паровозике только что. Сейчас идем смотреть зверей. Посмотрим зверей, потом пойдем на карусель. Она хочет коз посмотреть. Вот она, бежит. Фламинго. Тут закрыли, стоит, что у них в этом году очень близко к забору гнезда, поэтому нельзя туда ходить. Видела? Черненькие обезьянки маленькие. Ну. Да. Вылезти хочет, видишь? Ну. Вон какие маленькие. Смотри, какая обезьянка. Смотри, у нее малыш вон на спинке. Маленький, смотри, Лиза, иди сюда. Вон, смотри, малыш сидит у нее. Это мама? Сейчас я тебя подниму, покажу. Вон малыш сидит у мамы на спинке. Ой, какой маленький. Рыбок сколько, да? А там копейки валяются. Смотри, мюнцен. Видела? Я. Угу, да, правильно. О, какая рыба, да? Ой, тут сегодня столько школьников много. Кричат, все визжат. Смотрите, львица и лев. Вау, Лиза, ты видела? Лиза говорит, это король. Какая у него лапа огромная. Мощный такой. Лиза, это все неинтересно. Она хочет коз смотреть. Маленький, ну. Ага. Как у нас? Ну, сено едят, да, видишь? Ну. Пойдем, пойдем. Смотри, Лиза, ты черепашку посмотри, какая черепашка. О, какая она большая, смотри. Лиза говорит, она не настоящая. Смотри. Это настоящая черепашка. Видишь, она глаза открывает, закрывает, головой шевелит. Видишь, на тебя смотрит. Пришли мы к козам. Наглые, как эти, прыгают прям на меня. Вот они, маленькие козочки такие. Лиза, гладь маленькие, гладь. Ой, какие хорошие, да? Гладь их. Гладь. Вот она такая хорошая козочка. Прыгает, прыгает на меня. Еще одна. Чтоб другие большие не пришли, да? Пока их нету, пока они там заняты. На, корми быстрее маленьких. Давай быстрее, бегут. Корми, дай, дай ему. Убегаем с Лизой от коз. Сейчас пойдем с другой стороны посмотрим. Что, идут за нами? Где они-то? Вышли мы от коз, пришли тут на площадку, тут вообще никого нету. Мы с Лизой тут одни, и один мальчик бегает. Спокойно так она играет. Там кенгуру, сейчас пойдем туда сходим, посмотрим. Хорошо, а там вот много народу, там дальше. Тут
так много места, всякие разные площадки для детей, очень хорошо. Все продумано, чисто везде, аккуратно все. Ты там не сможешь стоять, ты же еще маленькая. Давай я тебя посажу. Опа, держись, все, я кручу, да? Скажешь, когда остановить. Стоп. Давай, что-то оно плохо крутится. Сама залезла. Давай. Уй! Какая классная. Нам бы на площадке такую, да, Лиза? Хуй. Да, сейчас пойдем, подойдем, посмотрим. Да. Ага. В мешке сидит, да? Пойдем посмотрим? Вот они, кенгуру. Маленькие. Там в мешке детки у них сидят. Не видишь ничего? Вот тут смотри. Вот. Тут смотри. Вон она, вон она. Альпака. Ее подстригли такая прям. Лиза, смотри, песочница. Какая большая. Там ослы. Я пойду посмотрю тогда, вот осла, да? Быки какие-то, ослы. А там кто-то лежит. Маленький осленок, смотрите. Лежит, загорает. Отдыхает. Спит. Это индийский какой-то бык. Мини. Чирикают, кричат, пищат тут. Угу. Какие интересные птички. Ой. Зеленый, розовый. Смотри, розовый вон попугай. Смотри, попугай розовый. Угу. Вот они, эти кокоду. Смотри, чешет, там чешет ему что-то. Ой, там их много, вон они сидят. Ну. Ага. А я тут подошла, смотрите, какие иголки. Что это за растение такое? Укололась. Шипы вон какие. Тут зебры вон лежат, отдыхают. Что-то все какие-то ленивые. Все лежат, да? Айда, заходи, посмотрим птичек. Такие вон какие яркие птицы. Смотри, уточки тут бегают. Вон они сверху сидят, смотри, летают там. О, какой нос, смотри, интересный у этой птицы. Вот, смотри, красная летит. Оранжевая. Там вон птица в гнезде сидит. Покатались только что с Лизой вот на этой карусели. Она так смеялась. Говорит, мама, у меня животик щекотит. Сейчас пришли мороженое покушать. Как же без мороженого? Счастливая, довольная. Эти карусели не бесплатные. Это за 1 евро надо. Лиза, сейчас поедем на карусельке вот на такой. Я уже на одной накрутилась, у меня аж голова что-то болит. Я не могу так долго крутиться. Лиза тоже. Ее потом тошнит. Сейчас посмотрим, как на этой. На карусели тут с Лизой. Все хорошо? Лиза долго не может кружиться. Неплохо тебе? Сейчас остановится уже. Пойдем посмотрим обезьян. Вон они спят. Смотрите, малыш там. Это папа, да, он сейчас ее обнимал, сидел. Ушли от нас, мы им мешаем, они подальше отошли. Видишь, вон тоже висит. У мамы висит. Да, это папа. Не знаю. Смотрите, как они отдыхают, смешно. Увалились и спят. Вот у них жизнь. Эта обезьяна сидит. Блох у себя ищет. Я выдаю мама. Вот они сидят, семья. Ой, смотри, маленький, видишь? Выползает, только-только родился. Сейчас покажу тебе. Смотрите, медведь какой ходит. Там еще второй. Не дай бог такого медведя где-нибудь встретить.
Но этот еще маленький, конечно, он не такой большой. Вон те побольше там ходят. А их ты тут три штуки, Лиза, три. Где-то еще тигр должен быть. Сейчас посмотрим, где тигр. У Лизы все, там папа, там мама, там дети. А? Да. Угу. Смотри, как подойдет, как клюнет. Тут должен где-то быть тигр белый. Ну, он отдыхает где-то, да? Пойдем дальше. Нету его. Большой очень зоопарк. Тут ходить и ходить надо. А Лизе никого не интересно смотреть. Ей только надо коз. Идем. А вот, смотри, зебра. Ну, какие быки, смотрите. Рога такие огромные. Зебра. Мы тут ходили уже с тобой, Лиза. Куда нам теперь? Видите, какая хорошая площадка для деток. Все, мы пришли, нашли коз. Маленькие козлятушки, да, Лиза? Маленькие. Они все сейчас в сарае. Видно, их только что покормили. Ей вот этот черный понравился. Эй, ты мою куртку тут не ешь, давай. Иди. Да? Тебе нравится этот? Что, домой заберем его? Нельзя? А мы его вот сюда закутаем, в сумку положим. Нельзя? Эй. Да, наверное. Нет, это маленький козленок. Все, выходят, наелись. Надо нам заводить животных, строить сарай, корову. Коз завести. И Лиза будет ухаживать. О-о-о, смотри, Лиза, он к нам сейчас подойдет. О, ужас, какая там голова. Красавец, конечно, только страшно. Ого, смотри. Ну, ничего себе, возле нас, смотри, улегся, Лиза. Вау. Все, мы уже идем к машине. Смотрите, какой тут медведь большой стоит. Мама. Лиза, будешь фотографироваться возле медведя? Она его боится. О, огромный медведь, да? А что он тут? Алло, 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 алло. Ты включил? Уй-уй-уй. Хопаля. Такая детская игрушка. Вот. Так, зубочистки я в баночку насыпала. Смотрите, нажимаешь кнопочку. Все? Или еще? Ой, камера. Камера упадет. Смотри. Бочка. Вот такие дела у нас. Камеру выключи, Юль.